В своей декларации за прошлый год владельцы компании «Е-Транспорт», также известные как «Такси 1424», указали доходы на 300 тысяч евро. В реальности же, подозревает служба расследования финансовых преступлений, компания могла заработать с начала прошлого года около 5 миллионов евро. Другими словами, предприятие, возможно, не уплатило налоги на очень крупную сумму. Должностные лица подозревают, что в схеме участвовали и другие перевозчики, поэтому были проведены крупные обыски в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, сообщил глава службы Антонис Микульскис. Вчера вечером были исполнены действия досудебного разбирательства. Всего по всей Литве было проведено около 30 обысков, задержано 15 подозреваемых, 5 из них были заключены в арестантскую. Владельцам фирмы «Такси», пояснил Микульскис, грозят обвинения в мошенничестве, двойной бухгалтерии, фальсификации документов и незаконном обогащении. Пока же, по его словам, у компании не будут отбирать лицензию. Сейчас должностные лица продолжают обыски и опросы, а до четверга обещают определиться, просить ли суд арестовать подозреваемых. Сергей Шалкин, Мартина Спицбелис, Первый Балтийский канал.